Голосование в основной день избирательной кампании набирает обороты. Сегодня свой выбор делают не только простые бобручане, но и первые лица города. Александр Студнев пришел проголосовать около 9 утра. Председатель горисполкома закреплен за 16-м участком, который оборудовали на базе 6-й школы. Сперва мэр подошел к членам комиссии, показал паспорт, чтобы сверить данные. Затем расписался в специальном бланке и получил на руки бюллетень. Александр Студнев отправился в кабинку для голосования. Выбор сделал за несколько секунд. За страну, вместе с которой я начал свой трудовой путь. За страну, которая дала мне возможность реализоваться как личности, как руководитель. За страну, которая дает возможность реализоваться. Я за стабильную и процветающую Беларусь. На участках для голосования свой выбор делают пенсионеры, молодежь, люди среднего возраста. Для избирателей созданы все условия, чтобы участие в электоральной кампании было комфортным и безопасным. Выборы проходят организованно. Избиратели идут очень активно, что нас очень радует. Вообще-то наша жизнь зависит от того, что мы проучаствовали в выборах. Потому что народ как будет жить, как выберем, так и будет народ жить. Чтобы выборы были настоящим праздником, на участках трудятся и представители торговли. Ассортимент товаров весьма широкий. Булочки с корицей, маком, повидлом, холодный квас и даже фаршированная утка. После того, как проголосовал, можно и перекусить. Максим Кембель, Андрей Богдан, Бобруйск, 360.